Шастик, а ты поменял поселки? Нужно больше ярости. Все, кто не является Туреном, закидывают 150 усилков стамину. Кто Турен, может обойтись соткой. Я сировое видение. Фарадей, можешь поставить порт? Да. Ока, говоришь, что? Ты не Турен, тебе 150. Я же написала тебе. Я только заметил. Так что там баба решил? В танк мне, да? Обязательно в танка. У нас только с тобой будет 4 танка. Этот, шторм поставь-то прямо от огня. Да, Кирс, ты будешь 6-м хилом. Нету у нас вариантов. Опа! Дарпала-то нету, Кирс. Хитрый. Хитрывает. Ты считаешь, сколько клипов? Ну, паладин же один. А, типа мне бегать с этим хорошо, без проблем. А он какой считается? Вместо СПДшного? Вместо монорега или хиловского? Ага. Ну, как... Кирс. Когда я буду ставить тотем прилива маны, он будет пропадать. Ага. Но это на 10 там секунд. Ненадолго. Но это обязательно, да. Надо будет дерейт, потому что пока до паладина дойдем. Смотри, хорошо, тогда на второй фазе нужно будет, чтобы кто-то из шаманов был на рейде, ставил его там. Потому сейчас что я ставлю где? Там. Ты там стоишь, понял? Да, между первой и второй? Да, я обычно там его ставлю, да. Там он, да, он нужен, он на рейде тоже нужен. Сейчас посмотрим. Короче, решите, один шаман туда пойдет на рейд, и он там будет ставить твой тоже. На первой фазе я буду ставить все время, пусть другие шаманы там пилоской ставят, или монорек, как удобно. Кто знает, что тут делает, нажимает «да», кто ничего не знает, нажимает «нет». На Ларе конкретно? Да. Частично помню. Лорус, поговори немножко, я тебя чуть убавлю, по-моему, ты у меня... Ты Лорус. Да-да, да убавляй в ноль, самый нормальный вариант. Нет, это плохо. Лрей, вот смотри, бегаешь на первой фазе в мелизоне. Дамажишь босса. По сути дела все. На второй фазе, когда угли будет, заходишь с правого подъема, если смотреть лицом на босса, со всем рейдом, бьешь первого угля. Там каст перьев, отбежал в РДД кэмп, вернулся обратно к углю, как они упали. Соответственно, бьешь дальше угля, и там перемещаетесь уже, соответственно, другим углям. Вообще, вон, да, Айзек есть, следите за ним. Он знает, что здесь делать. Это ваш ориентир будет. Делай, как все, короче, понятно? Ну, главное, не проебитесь с перьями, чтобы они в мелизону не упали. Это чревато будет. Лрейчик, ты там смотри, ты в два оружия бьешь. Примерно как на Синдре. Смотри за ХП. Чтобы... Стаки? Да, самое главное, это для меликов стаки. Как на Синдре, только от огня. Ну также скидываются кошем максимально, сколько можно набирать. Ты там смотри по ХП, потому что после луч, когда вы отбегаете, у тебя первоначально там уже может по пол ХП быть, а если еще стаки, то будет больно. Просто привык. Ага, банк стоит. Вроде дизаром кидают, насколько я помню. Достаем сапроты. А я уже сегодня в ХМке брала. Кто уже брал сегодня и не может достать, плюс мне в личку, я вам даст. Трейд кидать не надо, просто плюсуйте мне, я сейчас достану и раз.
Еще раз говорю, трейд кидать рано, в личку мне плюсуйте, кому нужен сопрот. Кто не может сегодня уже достать после ДВшного рейда, я вам раздам их. Лорус, да. Только осторожно. Дарк стрейт. Редвар трейд. Полина трейд. Ух, грабители. Рыба стоит. Гевка, что за дела? Ты банк, что ли, достать не можешь? Такой хуй. Ну, по танкам? Я думаю, слева направо. Первая платформа моя. Третья монород. Вторая монород. Третья твоя будет. Четвертая Редвара. Я думаю, мне с тобой поменяться, потому что ты ближе к рейду будешь. У меня там сак. Как ты считал, слева направо или справа налево? Слева направо. Слышишь, Вага? Я думаю, тебе надо на трипе будет слева, потому что у тебя ближе там и сакры будет тянуться, когда они пойдут к тебе. И освободишься быстрее. Хорошо, Войд первая платформа, Монород вторая, моя третья, Редвард четвертая. Теперь надо по хилам подумать. Шторм, Мосса, потому что первая третья. Я. Полина, Шторм, Мосса, да? А на рейде... Да, между первой и второй будет у нас Полина, Шторм, и на рейде у нас будет Кирс, Норси и Настя. Ну вот, Кирс, тогда выставь. Ага, кирсу, кирсу сразу. На второй фазе. Кто у нас будет на диспеле первой фазы? Монород. Разве нет? По-моему, обычно монород. Обычно Мосса. Значит, Мосса займется. Нет, в смысле, подожди, Мосса на первой фазе раз дисплеит? На монороде. Обычно, ребят, смотрите, обычно дисплеил шестой хил, но с учетом, что он поднимался наверх, то с него эти стаки скидывали. То есть, если он стоит между первой и второй платформой, с него никто не скинет эти стаки. Поэтому, скорее всего, придется дисплеить норм. А с Норти уже когда в рейд пойдете, там наверх. Да, там уже маги снимают именно, да. Ну, значит, на первой фазе диспелит Норси. Настя, приоритет хилов сначала кастеров, потом. Нет, у нас сейчас 6 хилов. Да. Ну пусть Амоса, как обычно, диспелит, я с него сниму перед перефазой. Ну, резист. Видишь, проще ей, потому что ты в рейд уже резист, пойдёшь. Резист, тогда ты сними стаки с него, а я потом буду уже на диспеле рейда, а ты на контроле. Хорошо. Ты решили. Короче, сами решили все. Молодцы. Да, где-то на 6% у босса снимайте уже с хила. Короче, на баф и пул. Один вопросик по контролю. Он килл же всегда именно дальних контролил. Ну, ей да. Окей.
фары между собой сами разберитесь, кто АП, кто ХП. Сапроты пьем. Войд, мы с тобой-то на первую фазе танчим. Я начну. Сразу падаем, никого не рисуем. Ты меня подвесил всего в этот момент. Первый пул закончился, дальше с ГП. Может, мне сразу лучше куда-то на замену, потому что если меня будет лагать, я буду ГП бесконечно лутать. Кто тебя заменит? А у нас нету замен. Вообще просто. А, это как, я поняла. Страдай, типа. Нет, если сильно лагать будет. Это не... Просто это... рост делаем. О, ГП. Просто... Да-да-да. Это просто рандомно. То есть она не лагает, потом бац, лаганет. И все. Картинка стоит, потом отлагивает, и нормально. Что я поделаю? Ждать, когда все было. Это обычно на первом пуле такое. Чего, Левка? Говорю, какое счастье для вас, что у меня сейчас микрофон работал. Кричал, ругался? Ну, типа того. Типа, что за хуйня, да вы сейчас совсем ебанулись, что ли, блядь. Первый, уже там минус 3 человека. Я говорю, я не настаиваю, но ГП я сейчас похоже... Стойте дальше от босса на максимальном рейдже. Полина, лагай, стой одна от всех. Даже если ты словишь перо, тебя не убьет. Даже если ты вайпера словишь, тебя не убьет. Стой отдельно, если видишь, что ты подлагиваешь. Да, так и сделаю. Потому что, Вась, у меня это не из-за того, что в уках лагают. У меня это именно всех, из интернета. Все ханты, совы, маги, всех, кого там максимально рейндж, стойте прям почти на максимальном рейндже. Вам же будет проще. У меня сейчас интернет, Вась, мобильный, понимаешь? Ты зачем мне это писать, что нет? Ну ты спросил, я тебе и ответил. Я понял. Это, как я понял, на микрофон работал. Еще раз. Пробуй, больше контроля давайте. Просто если обычно... корни, то не эти. Короткие корни, секунд на 12. Циклонов побольше. Еще раз серчи на бафу. Рэй сразу после перьев беги в бок, куда встал. В
за боссом больше контроля дается. Близок трех под нами. Ладно, пусть давай тут. Пусть двое заходят. Вага ассистов. Теперь пошли, поднимите рейд. Не послатать, убедите. Отпустят все бан. Энджи подними. Захил. Прибав какой-то. Проведи босса. Убираем. Назад сейчас убегайте, он вперед. У босса двое пусть заходят. Сами сампов. Так вон и другой. Держи вблизи уже. Циклонный крест пускай идут. Нормально. Приближаем. Пусть идут эти двое. За боссом контроль даете. Пускай так снова сейчас зайдет, потом рано. Броник тоже можно отпустить. Вроде дальше, да. Сейчас соберу. Номера раздавать. По шторму. Он народ завис. За боссом контроль дайте. Контроля дайте все быстрее. Мы переводим или стопаем? Переводим. Отпустите все. Отпустите бан. Монород. Сейчас ну, Монород? Монород на какой стоит? Я же сказала. Беги на вторую, платформу быстрее. Под Unholy Presence бежишь на вторую и потом включаешь там фрост. Теоретически, да. Или нет, да, тебя Фисяо, оставайся на первой, блядь, убегай Редвар на вторую. Танк. Бежит кто, нет?
вторую платформу. Никто не бьет. Клон, да клон бьет. Через серия. Перебежали. Маса, ты че делал? Ложись. Монород упал, потому что он написал в Дискорде, я это сказала тоже вам. Что он завис, крашился Вов. Верните посмотреть. Это все очень интересно, конечно. А почему меня ни разу не похилили? Вот вообще ни разу. Обычно там стою я. Ну поменяйтесь с Кирсом, да и все. А ты людей туда насанчал? Да. Он я как над... бы недалеко от кемпа рейда. Ты стоишь не в рейде, а стоишь между третьей и четвертой платформой, чтобы доставать влагу. Это твой приоритет на первых двух перьях. И там до кого дотянешься уже, естественно, по рейду. Шторма сразу, а Кирса туда, между первой и второй, чтобы проблем не было. Тогда уж меня лучше. Нет, там... Ты лагаешь, а шторм... Я не хочу шторму отпускать с первой и второй платформы, она так классно делает. Убьем тогда сразу. Давайте, да, поменяйтесь с Кирсом. Кирс, будешь стоять тогда штормом и Мосой. Полина в рейде. Но Моса, конечно, героически бросил. Это красава, блин. Знаете, что он сделал? Он превратился в мишку и пошел танковать. У него просто фулл хп 100% и сразу 1%. Мы его подняли, он опять так же и умер. В Мосе спит танкоспек, блядь. Он моментально среагировал. То есть танк туда не пришел, а он моментально превратился и встал возле этого моба. Ну, вообще, реакция классная. Предлагаю дать одно ИП в честь 1 мая и за героизм. 5 мая. Ну это красиво было, он прям моментально среагировал. Да, да. Реакция классная. Мангуста. Смотри, Моса. Заслуженно. Там еще воец спрашивает, говорит, кого он бьет? А мы наблюдаем эту картину. Фулл хп просто 1%. Где наши сайзы комплюшки за сегодняшнее толкование лича? Да мы ж не убили. Нет, не так эпично сейчас было. Сейчас мы не убили, что началось-то? Ну, это слишком эпично было. Эврей, а ты куда отбегаешь на лужу? Что-то ты не так... В сторону, не меня, а куда надо? Нет, просто от босса, право или лево, как на личе, знаешь, когда... На второй фазе Эврей из неба встал. Смотри, грубо говоря, где ты стоял, может появиться лужа. Тебе надо оттуда выскочить. Вот и все. Тебе не надо прям далеко убегать. Смотрите, берете Алара Фокус. РДД стоит, допустим, вон метка, да? Вот вы стоите, бьете Феникс. Стоите, бьете Феникса. Пошли перья. Вот когда пошли перья, вы отбегаете в РДД зону. Перья, каст перьев прошел, возвращаетесь обратно бить. Чтобы перья летели в одно место, где РДД, а РДД тоже потом перебегают. И так на каждой платформе. То есть, когда летят перья, вы отбегаете к РДД, РДД там в твою сторону бегают, а вы обратно в мили-зону подходите бить. Баг, дай пробовал. Короче, бафы пул.
также Фисяо, там есть один феникс, который теряет механика, как на Джане. То есть, если ты на него смотришь во время коста, да, то он тебя вчернёт. То есть, во время коста, ну, когда феникс там кастует, то он нужно будет отворачиваться. Не скажем, какой будет фером. Как ты ничего не удается? Стоять! Полю. Забирай. Один у босса заходит, второй из нашей пачки. Пускай крест заходит. Он зайдет. Контроли дайте. Идите, босса. Вы что, не видите, что ли, блин? Рибак по пустам дайте. Отводите босс. Вот двое пусть заходят. Только просто. Пускай крест рядом с ним заходит. Отпусти близок, не надо. Пусть сюда подозреваем. Крест и корни пусть закинем. Потом бану отпустится. Поднимаю войдан. Рибаху варм дает. Соберись меня. Пусть заходит. За боссом там тоже. Пусть эти двое идут. Надо с ними. Пусть идут. Так он пускай заходит. Энджи, подними его. После взрыва встанешь. На пару сообщите, чтобы подшлёт. Вставай, Локи, быстрей. Редвард, ты чего подержи?
Да, вымер пустом. Контроль дайте. Двое возле босса пусть заходят. За боссом контроль. Корни переконтрольте, после отпустите. Пусть идут. Переводить. Мышца уже чиста. Слишком далеко. Торму не набрал. Долорес и Даркес. По КД даете бан. Ой, я не успею. Два бана всего. Что, не понял, что делать? Баны, баньте постоянно, а то им осталось. Я не успею. Почему Локи-то не подняли? Он завис. По нему голову. У Рейда Фью. Потом в подкаст. Сейчас. Надо подождать. Пока я смогу использовать эту способность. Перебежали. Два бана добиться. Больше не надо. Я пока не могу использовать эту способность. Пускайте баны свои. Пир. Надо подождать. Пире пошли. Пир. Прибежали. Жена им сядет в пир. Жена им сядет, подними. Ладно, вставай. Рибав по шуману. Пир. Перья. Перебежали. Умрет. Следующий момент. Этот стоп-каст. Дальних Близзард эти пусть идут. Пускай все трое идут. Стоп-каст. Перья. Эдвар, забирай с меня. Перебежали. Кто сидит по воздуху фронта? У нас был. Купол дай, Настя, купол. ТВ дайте, воин. 4 минуты. Подкаст. Перья. Перебежали. У нас три моба. Три моба. Всех, всех контроль. Только. Нет, не, мы, по-моему, мы быстро убиваем мобов, и типа те дошли, которые далеко. Говорю, надо переводить, типа, когда не 5, а 10. Ты стопай, не, это еще сложнее. Стопать, не, блядь, стопай. Ты стопай по-маленькому, по-второму, мы же стопали. Хуй знает, стопать.
Ты просто скажи постопните, блядь, да хлопайте. Там много стопать, понимаешь, там очень много стопать. Да ебать, ну лучше что, вайпаться или убить с первого раза? Проще, проще перевести по-другому. Ребят, знаешь, не из-за этого, но я это скажу. Сейчас в какой-то момент очень много ребят было без диспелла, по ним пониженный хил. Поэтому вот, допустим, Фарада нужно по КД вообще поднимать, я его сейчас поднять не могла вообще. Реально, я диспелю там. Я для хилов это говорю. Понятно, что ты диспелишь. Я и сказала, что по тебе был пониженный урон. Плюс еще трое, по-моему, были с дебафом. Тоже свалились. Пониженный урон, говорю. Пониженный хил, заговариваю. Знаешь, вот ты переведешь, и у тебя такая же фигня будет на первом хиле. Нет. Тебе все равно. Мы перейдем, у нас будет не 5 луж. А, 10 будет. Ну да. И тебе потом, когда мы будем переводить, останется всего 5 луж. И можно будем бить второго. То есть вторые, подожди, вторая пятерка луж. А, ты про это, второго. Что вы второго будете бить. Ну а что? Ну на второго ты пойдешь. На первом ты всех дохлопаешь. Смотри, получается то, что на первом мы хлопнем всех. Будет там, ну, 5 луж, и когда мы будем бить уже второго, вторые 5 луж полетят туда. Так смотри, так надо было на втором только стопать, третьего бить, а на четвертом уже, блядь, просто их контроль. Тут стопать уже на первом нужно, если мы переводим. Вот, на первом и на третьем. Не, ну, блядь, не стопай, на народ ты. Чтобы не стопать, понимаешь, по-другому просто перевести все. Не, мобов дохлопать. А народ, если знаешь тактику, что не плохо, идея в том, то что я тебе вот еще раз говорю, то что их там получается не дохлопать, а стопнуть, подождать вторую пятерку перьев, подождать, пока не появятся. Все правильно. И это все это ты это будешь стопать. Что ты на первом стопу, что ли? А баф на пул. Чего не хватает на Алекс? Крест отпустить по контролю. Отпускай близок, не надо. Отпускай. Так он присыпь еще заходит. Босс.
Да, я здесь, я вышел уже. Сейчас циклон зайдет. Близер, да, и куда-нибудь. Тут много, дай сюда там близер. Да у меня только 7 стак. Циклон пойдет. Пусть эти двое идут. Давай. Сейчас циклон пойдет, отпустите ру. Не, не надо. Бежите. Блять, четвертый. Сакру успел отдать. Повезло, да. Монарос, поднимись, ты можешь. Контроли дайте. Много контроли дайте. Иннер подойдет. Да, Иннер подойдет. Ребаф по друидам быстрее. Контроли. Вот троица пусть, вот двое пусть. Есть экбан. Чуть 10 секунд вот держись. Сейчас заберу. Пусть идут 52. Возле босса пусть заходит за боссом. Пусть идут двое. Переводим или стопаем? Контроль дайте. Стопните, стопните, не бейте. Двое пусть. Сколько до перед? Переводи, переводи. Мне все равно 5 минут. Значит, будем стопать. Следующий трай предлагаю Моссу сюда на рейд, а на рейд туда, потом. У рейда стоп-каст. Протоплей. Усталость. Трофию. Дальше похуй. Перья пошли. Перебежали. Два бана дайте. У меня один. Говорю же, два бана дайте. А, успели, ладно. Отпускайте быстро. Подкаст. Надо подождать.
хорошо сидят, перья пошли. Перебежали. Дайте больше ДПС. У меня снова один. Только. Юра, стоим, стойте тут. Перебежали. Этот сферон. Фир. Нас один заходит. Пусть заходит. Фир. Пожалуйста, стойте точнее, чтобы... Встаньте в луну, налево краешку. Пусть по воздуху. Пока не могу использовать эту способность. Пусть идут. Фир. Перья. Перебежали. Пусть идут, не держите их под куполом, сейчас не будет. Пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Понимаю. Да ладно, ну нереально, как так. Вы умрете. Ну чё? Гена. Бля, да я хуй знаю. Вы умрете. Гена, чё не так? Говори. Чё, опять прошлые копились или чё? Ну прошлое копится там, блядь. Бля, ну ты пойми, вот ты читал когда-нибудь тактику на синдроме? Это не зерг, босс. Блядь, похлопай ты их, да хлопай. Да хрена людей фир ловят, вот проблема. Ну так не ловите фир, а, ребят, по поводу Мосса и Нарсии, обещала, что скажу. У Моссы есть Т5, он быстрее рейд поднимает. У Нарсии этого нету. Она как раз-таки для диспелла пошла бы на первую, на вторую платформу очень хорошо. Изначально предлагали Нарсию на диспелл поставить. Патями их вообще поменяете? Потому что, когда я стою у хилю танков, там остается ДЦ и друид, который, по сути, на хотах и на щитах. Ну, такое себе. Что-нибудь случится, беда. Короче, просто, блядь, сделайте так, как, не знаю, чтобы мы перевели, блядь, когда вот 10 луж лежит, и мы перевели. Вот, вот, все, что нужно сделать. Так оно и так, ну, может быть, это надо будет в двух ситуациях уметь играть, а не только в одной, понимаешь? Я хотел подкорректировать, блядь, ты просто айфоном подкинуть. Да пятерку ближе к этому. Ты понимаешь, ну какая разница, хоть ты ко второму на одном из них все равно придется, понимаешь? Лучше же стопнуть и не сдохнуть, чем сдохнуть. А так придется стопать только на третью, а потом Баранда просто написал, зерк пойдет в хп, может еще проще хилить начнется. А если, блять, тут даже момент такой, то что у нас, чтобы сейчас скажу, подожди, чтобы мы не закапывались, нам ДПСа не хватает. Да? Ну, у нас какой-то такой, блядь, средний ДПС. Его вроде бы много, но его не хватает. Ты, короче, блядь, если 5, то играй в 5. Если 10, то играй в 10. Ну, стопни ты, да хлопай. Короче говоря, Норси между первой и второй, Мосса с рейдом. И группу не поменяют, у Мосса, блядь, вечно, блядь, без шамана хуярит. Да, Редвар делся. Thank you.
Трясите кто-нибудь. Сразу рибов дайте. Жили. Меня сегодня что-то тоже очень сильно бьет. Сейчас Дезар попался. Это пиздец, Дезар. Не знаю почему. Ну первый трай так не было. Дезар. Лорус, что не хватает? Сейчас трюни с банка достану. Скажи, как готов будешь. Готов. А ты в 4 готов? Как вчера диспелишь, ну ой, докурсишь там шамана. Ну, стоишь между первой и второй, да, и там шамана. И отбегаешь. Как вчера вот начинал. Можешь чуть назад просто? Он рядом с циклоном был. Пусть трое. Перебежали. Контроли дайте. Монорад подними же. Проведи босс свой. Назад сейчас отбегите. Не вставай. Контроллер отдайте. Дайте уже контроль. Только ты сэр наперёд, чтобы защитить. Скоро заберёшь, у меня рядом с ней. Да, пожалуйста. Блять. Пусть сюда. Забираю. Когда заберёшь, что перебежал. Вот это сюда, вот давай. Двадцать секунд до сакры. Пусть иду. Пусть иду.
Мы очень близко стоим к боссу. Либо босс к нам. Пусть трусы тоже будут. Отойдите еще. За трусами тоже посидел. Отпустите крестик. 5 секунд заберу. РДД зона пусть идут. Двое. Остальных контроль. Контроли дайте. Пускай спокойно будет. Дальний визор. Жена двагу подними. Перья. Передвижение. Дебаф по холодильнику. Контроль дайте быстрее. Что, шторм сухой, дайте ему. Иннер, пожалуйста. Иннер дайте по шторму. Стопните, на секунду, стопните. Переводите. Вот сейчас переводите. Пол ДПС дайте, который можете. Заебись. Теперь главное, чтобы дебаф был на двух. Первый ярость агро, второй стоп-каст. У монорота фир у меня нельзя. Третий фир. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Теперь я пошли. Перебежали. Вот эти лужи резист в Близзарде держат на последнем. Кто снова туда даже кинул? Наверное. Или хотя... Нет, этих, не... а этих наоборот не контролишь. Эти пусть заходят. Перья пошли. Перебежали. Вот эти перья в Близзарде. Вот которые только что упали. Стопните. Пусть заходят. Захиливайтесь. Один у вас или сколько было? Один. Один у нас один. Один у Ваги, один у Шторма там. И у нас один зашел. Их всего три. Понимаю. Я не знала, что надо еще этого носить, который у Ваги стоит.